Меня зовут Олег Мунько. Я работаю водителем дорожной комбинированной машины в государственном предприятии Октябрьского ремавтодора города Минска. Я просыпаюсь, как и все минчане, наверное, в 5:30, собираюсь на работу, завтракаю, умываюсь, бреюсь, ну и добираюсь до работы, и где-то в 7:20 я прихожу на работу, чтобы переодеться, подойти к машине, обследовать ее, изучить. Надо внешний вид посмотреть, масло проверить, топливо, ну и потом получить путевку, пройти медицинское освидетельствование, ну и получать задание, ехать на работу. В мои обязанности входит уборка дорожной проезжей части, поливаем. В жаркий период делаем микроклимат, а когда посылают, нас отдают в наем, мы также можем поливать шлангом цветы, кустарники. Я хочу обратиться к автолюбителям, чтобы господа водители парковали свои машины в положенных местах, не мешали снегоуборочным машинам. Свою профессию я люблю за то, что она разнообразна. Мы постоянно выполняем в городе работы, видим людей. Интересная работа. Чистим улицы, проезжую часть. Это создает какие-то позитивные эмоции. Сейчас век технологий, все должны быть мобильными. Сейчас у каждого второго автомобиль. И не будь нашей профессии, особенно в зимний период, когда мы чистим, убираем проезжую часть, то врач бы не доехал до больного, а другие бы опоздали на работу, общественный транспорт. Я считаю, это очень важно. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны доброй.